чистая провокация со стороны Навального. Либерал-демократы считают, что за провокациями на выборах могут стоять засланные казачки Навального, которые действовали от имени сторонников других кандидатов. Люди Навального, да, которые стали на момент выборов людьми Собчак, да, наблюдателей. Сторонники Ксении Собчак не отрицают, что на этих выборах наблюдатель им помогал готовить штаб Навального. Приходит просто человек и говорит, я хочу наблюдать. И, соответственно, он проходил обучение. Все обучение у нас нам помогал проводить штаб Навального. То есть он проходил обучение и получил направление. За провокациями на выборах и их бойкоте эксперты видят врагов России. Интрига выборов состояла прежде всего в том, будет ли явка. Вот все, кто работал против, я бы даже сказал, против российской государственности, да, они хотели за счет этого поставить под сомнение легитимность власти. Но вот эта идея бойкота, она была проплачена частично наверняка, да, то есть люди не только из убеждений ходили с этими листовками.